Большой вклад на сегодняшний день в развитие промышленной кооперации между Кыргызстаном и Россией вносит наш совместный фонд развития. На сегодняшний день при поддержке фонда профинансировано более 3400 проектов на сумму порядка более 700 миллионов долларов США. Из них 2600 проектов в сфере производства и переработки на сумму около 500 миллионов долларов США. Считаем, что сейчас нужно активизировать реализацию совместных программ и проектов, предусматривающих локализацию производственных мощностей, в том числе внедрение в них информационных, инновационных и зеленых технологий с целью снижения воздействия на окружающую среду и повышения усиления конкурентоспособности.